Какими бы крутыми не были наши свадьбы, с тамадами, трэшовыми конкурсами и драками, в Германии такое организовать даже при большом желании сложно. Поэтому к идее свадьбы подошли с другой стороны. Я и Татьяна замиксовали ее с путешествием. Получился wedding trip. Одним солнечным утром мои и Татьянины друзья собрались возле Эльбской филармонии. Это одно из самых красивых зданий во всем мире. В его образе люди находят корону, корабль. Элегантная идея, что на крышу опустилось облако. К нашему случаю подходит история с гармоничным сочетанием двух непохожих объемов. Сверху стеклянная крыша с изящным силуэтом и концертами внутри. Снизу брутальная основа, кирпичик к кирпичику. А между ними нескончаемый горизонт. Настроение у всех было хорошее. Красавица Татьяна была в шляпе с парижского блошиного рынка. Иду на свадьбу. Я опаздывал, потому что тянул тележку с шампанским и импровизированным караваем. Временное отсутствие жениха заставило невесту понервничать. Но тем приятнее была встреча. Мы все собрались и сели на ретро-автобус. Это первый автобус в истории, сделанный Мерседесом. Мы ехали расписываться в маленький городок Ольденбург ин Хольштайн. 1000 лет назад здесь жили славяне, и город назывался Старград. Ольденбург значит то же самое, старый город. По дороге завтракали круассанами с кофе. Кто-то набирался смелости, кто-то танцевал, а кто-то уже отдыхал. Все мероприятие должно было пройти в маленькой уютной ратуше на центральной площади Ольденбурга. Наш корабль нескромно припарковался прямо на ней. На роспись мы слегка опоздали, потому что не учли, что автобус 53-го года умеет ездить красиво, но не быстро. Но нас все-таки приняли. Милая женщина прочитала нашу историю знакомства, которую мы и до этого написали по имейлу. Мой свидетель Мой, свидетельница Маша подписали какие-то бумаги. Я с Татьяной обменялся кольцами. И официальная часть была готова. Настало время пить майот и кусать импровизированный каравай. С первым все справлялись образцово. Некоторые из фужеров, некоторые из бумажных стаканчиков. Мой свидетель Мод даже залил шампанским свежие документы. А я с Татьяной боролся за больший кусок пирога. Как известно, победитель получает доминирующую власть в семье. Татьяна выиграла. По этому поводу мы продолжали пить и танцевать на площади. Прохожие нас поздравляли. Прикинь, Маша, с которой я учился, свидетельница моей жены. А гости начали дарить подарки. Я делаю вам видео. Парни подарили денежное оливковое дерево. А девчонки танец. Благодаря Маше на свадьбе были и наши родители. А парни еще и спели песни. Артур Аддилленсен. Артур, sein Herz in Flammen. Will lieben, nicht verdammen. Артур, heiratet heute. Wir wünschen das Beste euch, Arthur! Мы ехали дальше, на Балтийское море, в Хайлигенхафен. Там нас должен был по-настоящему поженить турок Эгемен, как Джоуи в «Друзьях». Дальше я сам знаю, спасибо.
Все это должно было произойти на пирсе приключений Штайнвардер. На смотровой площадке в самом конце Эггман сказал трогательную речь. Мы второй раз за день обменялись кольцами. И закрепили брак с соленой водой. Нас даже успели поймать на полароид. Все, дело было сделано. Татьяна вышла за меня замуж, я женился на Татьяне, а гости проголодались. Пикник, ради которого все время таскали за собой тележку, был задуман на полуострове Грасвардер. Туда надо было еще дойти. Показать видео. Еще 50 лет назад это был остров. А 100 лет назад богатые члены немецкого банного общества построили здесь себе пляжные виллы. Из-за песчаной эрозии сегодня Балтийское море подступает к самому их основанию. Но маленькая полоска пляжа между ними еще остается. Там наш пикник и проходил, возле так называемого голубого дома, Das Blaue Haus. Мы ели хлеб с домашним хумусом, пили пиво с шампанским, курили берлинские самокрутки и отдыхали. Вдоль пляжа у воды стоят 14 исторических домов с типичными для севера Германии соломенными крышами. Окончания коньков на многих из них вырублены в форме двух скрещенных голов коней. Оттуда и название. Точно неизвестно, что именно они означают. Скорее всего, это перешло от обычая 16 века нанизывать настоящие головы лошадей на шестах, чтобы отогнать опасность. Сегодня основная опасность для этих домов – это наступающая с севера вода. Хотя, казалось бы, о чем больше можно мечтать? Выходишь утром на ступеньки, а тебе ноги волной окатывает. А на южной стороне полуострова – большой птичий заповедник. И крутейшая башня для наблюдения за пернатыми. Здесь и прошел первый лайв-сессион Архитрип. Эта башня построена по проекту GMP. Они известны своими проектами Берлинского аэропорта. Мы обычно избегаем эту тему. Да, если кто-то спрашивает об аэропорте, мы переводим тему. Конструкция сделана из сибирской сосны. Наверху защищенная от ветра площадка для наблюдения. Это одно из красивейших мест севера Германии. И уезжать отсюда совсем не хочется. И мы забыли о времени, так что водитель серьезно хотел уезжать без нас. Но парни как-то обо всем договорились. Если мы отсюда вообще уедем, будет неплохо. Кстати, да. Я вообще удивляюсь, что они как-то это все решили. Я как бы ситуацию отпустил. С автобусом. А они там что-то пошли, что-то там говорят. Да не, он хороший человек, там, сильная личность. А ты что? Я говорю, да нет, было. Конечно, сильная личность. Остался под рамой. А он что? А он говорит, ну все, раз такое дело, все решим. А пацаны что? Навстречу пошли. В Гамбург возвращались с песнями и танцами. По дороге видели двойную радугу и аист. Наш ремейк югославского фильма «Кто там пева?» заканчивался. Там компания с женихом и невестой путешествует на таком же Мерседесе.
автобус привез нас прямо к дому. Мы немного почилили и поехали в пиццерию Эйзенштейн. Она сделана в помещении бывшей фабрики Цайзе. Здесь делали винты для кораблей. Из-за высоких потолков пространство здесь захватывающее. Еще и кирпичная труба посредине. Маша и свидетель Мо говорили мне и Татьяне тосты. Посетители ресторана заглядывались на Татьяну. Все было хорошо. Оставалось только невесте букет бросить. Поймала Денис, девушка свидетеля Мо. Подвязку невесты я ему потом передал лично. Закончить этот день нужно было танцами. И нас уже ждали в прачечной, где ночью устраивают дискотеку. Все было чудесно. Это был один из моих любимых дней. Теперь ношу кольцо. Чао! Чао! Конечно, на росписи.